Приветствую, друзья. Вебинар будет посвящен тому, что, вот, например, смотрите, у вас, когда там, не дай бог, вирус или что-то, поднимается температура, и мы уже знаем, что до определенного предела ее трогать не нужно, она борется. И поэтому в какие-то моменты, по этому примеру, то же самое и когда стресс возникает, страх возникает, или еще что-то такое, вот паника какая-то, а вам надо быстро переключиться. Оказывается, у нас тоже в этот момент защитные, инстинктивные реакции возникают. Когда мы думаем о чем-то, вот что-то надо сделать, какие-то защитные, инстинктивные реакции, которые помогают мозгу, то есть нам, быстрее сообразить, что надо делать. И вот именно это использование защитных реакций организма, помогающих нам в трудных ситуациях, я покажу и расскажу, и мы потренируемся их в себе увидеть, усилить. Это новая концепция. Потому что мы раньше не знали, что это защитные реакции, и пытались их блокировать. А теперь я вам покажу, как увидеть именно защитные реакции, как их усилить и даже как использовать возникающие при использовании этих приемов новых, мозговой санаторий, вот это нулевое состояние, эндорфинное состояние, когда происходит самоисцеление организма, и когда вы можете, наконец, почувствовать себя, чего вы хотите, куда хотите идти, свою мечту, свое предназначение, да, и как сделать так, чтобы быстрее достигать своей цели. Это очень важно сегодня, в условиях неопределенности, когда каждый из нас очень напряжен, потому что мы не знаем, что будет завтра. Здесь очень важный момент. Ну и, конечно, выходите в Zoom, потому что там вы можете задавать мне вопросы и получать развернутые ответы. И поэтому очень важно выходить еще и тем, которые застенчивы. Потому что это такая хорошая, интенсивная, за короткое время, моментальная практика, с помощью которой вы будете более раскованные, свободные и естественные, общаться потом с любыми людьми в любое время и в любом месте. Пользуйтесь моментом. Выходите в Zoom. Да. Вот так вот, друзья. Смотрите в описании под роликом. В вебинарной комнате. Ссылку на смотрите, Zoom. Если вы хотите принять участие. Если вы хотите принять участие. Да. Вот мне подсказывают. Видите, мне будут помогать. Да, обязательно по всем вопросам пишите на нашу электронную почту. Только на почту. По вебинарам вопросы только на почту там писать. Там два помощника сразу отвечают. Там два помощника сразу будут смотреть почту. Да, только на почту, на электронную пишите. Видите, мне подсказывают, потому что hasai-sobaka.mail.ru. Да, hasai-sobaka.mail.ru, потому что мне будут помогать проводить этот вебинар. И вы, пожалуйста, воспользуйтесь этим моментом. Это очень важно для каждого из нас в наше сложное, трудное время неопределенности.